Всем организаторам этой поездки хочется сказать спасибо. Спасибо вам за то, что вы все это сделали для нас, для наших деток. Каждый раз, прощаясь с ребятами, мы ощущаем, конечно же, легкую грусть расставания. Но эти две недели, они были незабываемыми, как для нас, так и для ребят. Здесь тихо, забавно. Мне нравится, что мне можно покидать камушки в море. И мы на всякие шкушки езжали. Крым встретил ребят хорошей солнечной погодой, балом тюльпанов, благодаря коллективу Никитского ботанического сада. Мне очень нравится в Крыму, здесь, в Ялте особенно. Здесь очень хорошая погода, очень красиво. Окунулись в атмосферу жизни царской семьи, за что благодарим администрацию Воронцовского Массандровского дворцов. И уже традиционно посетили Ай-Петри и музей животных, где нас радушно встретил коллектив ФГБУ «Заповедный Крым». Мы сегодня получили колоссальное удовольствие, погуляв по Массандровскому парку, увидев, как жили наши императоры, и побывав в музее животных, мы научили детей, что можно делать, что нельзя делать в заповедной зоне. Мне в этой поездке очень нравится природа. Я за эту поездку очень много всего увидела. Тут очень красиво. Тот калейдоскоп событий, мероприятий, поездок, различных игр и мастер-классов, безусловно, помогли ребятам развить в себе новые навыки, приобрести новых друзей, да и просто отлично провести время и повеселиться. Помимо развлекательной программы, у ребят, которые не могут сейчас посещать школу и находятся на дистанционке, есть уникальная возможность соприкоснуться с историей прямо здесь, на месте, в музее, заповеднике Херсонес-Таврический. Замечательно, что они познакомились с историей древнего города, древнего Херсонеса. К тому же они сегодня смотрят спектакль в нашем театре. Спасибо вам большое за то, что мы ежедневно слышали смех наших детей. Они счастливы, они побывали в сказке. И вот уже седьмую группу мы провожаем на родину домой. Желаем мирного неба, счастливого детства, больше улыбок и детского смеха.